Всем привет, Костелло здесь, и сегодня я решил вернуться к тому, для чего, ну, скажем так, так давайте еще раз. Всем привет, Костелло здесь, и сегодня давайте посмотрим на то, что я хотел вообще, в принципе, сыграть давно, но из-за того, что слишком долго пытались эту игру взломать, пришлось задержаться аж на целых 2 года, а потом... Забив на все это, решил пойти по пути Steam, если вы понимаете, о чем я. Возвращаемся, так сказать, к Call of Duty. И после Advanced Warfare и Infinite Warfare мы с вами продолжаем заполнять пробелы, которые мы не заполнили. А именно Modern Warfare 2019 года, а потом Cold War Black Ops, который является митквелом, но с 2019 года. Который я бы мог пройти раньше, если бы не задержка в плане взлома игры через торрент. А потом пришлось в итоге зарегистрироваться в батлнете и пойти по пути Стима. Я очень боюсь, как бы игра не начала очень сильно лагать, хотя вроде как система стабильна. Ой, поехали. Мне реально, ребят, страшно сейчас. Серьезно. Мне очень страшно. Но поехали. Блин, а эту можно убрать штуку? А то она мне тут мешается, как бы. Или пускай будет. Это типа что, за кат-сцена, что ли, такая? Или нет? Наша война не за веру. Волк. Волчара. Мы воюем, чтобы изгнать чужаков с нашей земли. Мы Алькатала. Мы убийцы. Мы сражаемся без печали. И без боли. Короче говоря, мы живем по заветам полковника Кунца из Апокалипсиса сегодня. А это Лондон. Хочется добавить шутку в стиле Лондон Гудбай, но... Учитывая политическую составляющую, эта шутка будет убрана. Верданск. Чарли 2 главный, я Эхо 3-1. Главный слушает. Вижу площадку. Наши парни прибыли вовремя. Понял, 3-1. Отряды копье к бою готовы. Можешь начинать. Полковник, у нас проблема. Поздно, Ласвелл. Мы начали. Нет, пока я не скажу. 3-1, я хранитель. Как слышно? Вот сейчас звук не отстает. Слышу вас. Генерал Барков отправил на склад новую партию хлоргаза, которую наемники этой ночью повезут автоколонной в Урзыкстан. При сопротивлении вам разрешено открывать огонь, но только не по российским солдатам. Международные проблемы нам не нужны. Это игра, кстати, еще не нет гарантии, что российская армия не ответит. Я поняла, Алекс. Найдите газ, захватите все машины Баркова. Но я потом запишу. Вас понял, справимся. Игра главный. Я молодой. Я надеюсь, что да. Танк копья выдержан, входим на базу. Идем. Всем отрядом. Я же вроде ставил графику высокую. Почему? Понял. Игра так погружалась странно. Вы это видели? Нам надо поторопиться. Люди Баркова сегодня перевозят газ. Подождите, люди Баркова, а что за хрень? Русского генерала тут точно. Это что за хрень? Объясните мне, вот это вот что за фигня? Во! Капец, тут текстуры прогружаются, ёперный театр. Ну и ну. Да. 1650. И не вывозит. Осторожно.
Сюда, наверх! Я слышал! За гребнем! Понял. Слышу двух. Ищут нас. Два наемника, без формы. Что-то слышу? Сейчас. Эй, кто здесь? Выйди, покажись! Готов. Все чисто. Понял. Слишком долго ждать. Вставайте на гребне, давайте осмотримся. Синий Викинг 5, ЕЭхо 3-1. Прошу поддержки. Ждите подтверждения цели. Понял, Лад 3-1. Викинг ожидает. Давай. Разведай местность. Убедимся, что там нет России. Проверь железную дорогу. На вышке, сверху слева, не солдат. Понял. КП, точка входа. Все цели наши. Это сейчас машина едет. Поехала. Камыша. Патрульная машина. Наемники. Охрана. Разрешенные цели. Российских военных там нет. Зови авиацию. Дай. Синий Викинг 5. ЕЭхо 3-1. Солдаты на открытом пространстве. Южные ворота. Разрешаю атаку. Понял вас, 3-1. Цель захвачена. Атакуй через 5 секунд. 5 секунд. Зачем? Эхо 3-1. Конечно, не уровень РТХ, но тоже Викинг ничего. Уходит на базу. Доброй охоты. Спасибо большое, Викинг. Дальше Маугли. Мы сами. Маугли. По заветам Маугли, а чего бы нет. Итак, Ребзя, у меня внезапно, короче, вылетела игра в тот момент, когда вот открывали дверь. Поскольку у меня, видимо, высокая настройка графики. Окей. Раз вы хотите по своим правилам действовать, будем по вашим правилам действовать. Поставил все на среднюю, плюс еще настроил громкость звука, потому что музыка и диалоги съели практически мой голос, потому что его не было слышно в некоторых моментах. А так, поехали дальше. В некоторых местах игра будет мыльной, сразу говорю. Но, учитывая, что я не хочу покупать RTX и его пересобирать, то придется именно вот действовать так, как я хочу. Поехали. Наслаждаюсь тем Call of Duty, который настроил я. Подожди, пусть подойдут. Окей. Найдите их и убейте, иначе генерал убьет нас. Рассредоточиться! Если что увидите, стреляйте! Все, валим их. Чисто, вперед. Блин, это полуавтомат, это фигня. Дайте мне нормальную. Кажется, кто-то играл с огнем. А нечего было химикатора. Это полуавтомат, блин. Не, авто, не автомат, а этой. Одной пули стрелять. А, В, господи. Ну, нехило так горит, слушай. Хорошо горит запах. Запах напалма по утрам. Здесь огонь! Пожалуйста! Помогите! Я вижу, что здесь огонь. Не слепой. Как бы. Добейте их уже. Зачем? Пусть горят. Нормально же горят, ничего страшного. Добейте их. Не буду. Добивайте сами, я не хочу. Так, у нас есть 4 световые, 4 гранаты обычные. Н отвечает за это. Бери, за мной. Я хочу, чтобы я воевал, а не пожары тушил. Если тушишь, тебе никто не заплатит. Что значит стрелять с упора, я не понимаю. Элементы неожиданности у нас нет. Это нафиг не надо, зачем? Так что глядите в оба. Но лица выглядят нормально, поэтому возможно... Очень на чеку, мы заходим вслепую. За заниженной графики из-за возможностей не будет заметно, хотя... Опа! Раненый! Нафиг! Он укрепит! Есть подавление! Не хочу! Заходи спокойно! У нас раненый! Его. Прорываемся! Надо захватить газ, пока они его не увезли! У той баррикады один! Вижу цель! Давай сюда! Надо уничтожить! Не вижу! Вижу цель!
Не вижу. Я... Это кто так меня херачит? Пипец, ты там спрятался, слышь? Окей. Допустим. Блин, игра только долго не загружайся, пожалуйста. Я все понимаю. Я все понимаю, настолько не идет память и все дела, но... Вот здесь вот. Блин, где... Да они вообще мочат, пипец как. Это на снайпер. Надо захватить газ, пока не. А чё они мочат так сильно, нифига? А, ясно. Теперь мне стало ясно. Тихо. Тихо, 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 тихо. Да блин, залезь, во. Вижу врага, северо-запад. Да ёперный чат, а чё они так мочат, капец? Они чуть не в упор стреляют, конечно. А, господи! Фак! Граната! Где? А, наш. Отлично. Фак, тихо. Не хочу стрелять с упора, вот как вы нажимаете. Я хочу стрелять так, как я хочу. Как это было в нормальных колдах. Там мне приходилось стрелять вот, вот таким вот образом. Мне так удобнее стрелять. Фак, тихо, тихо, тихо. Уйди! Вижу цель! Спокойно. А, это заранее. Забирай. Тогда вы не на линии. И чё по ним это не попало граната, мне интересно узнать. Щет. Окей, отлично. Огонь на подавление по пулеметчику. Где? Он жив еще? Мы не под огнем. Они обходи его. Капец, он еще жив. Понял. Да молчи. Пулеметчик убит. Вижу цель. Молодец, Теро. Складу. Там у бетона расхождение. Они уходят к складу. Враг на западе. Я могу перезаряжаться во время прицеливания, серьезно? Я понимаю, это еще было бы, например, при снайперской винтовке, но при штурмовом автомате. Нифига. Я такого ни разу не видел. В колде. Чисто. Особенно, там должен например. Быть газ, если мы не опоздали. Насчет того, что я люблю Call of Duty, я об этом уже не раз говорил, поэтому повторяться чисто. Не буду. Чисто. Вот грузовик. Чисто. Или это не тот? Не тот? Но вот если чуть-чуть так близко подойти, графика вроде бы как не отличается от средней. Опа. Подожди, а мы где? Мы куда идем? Ребзи, вы где? А вы где? Скорее на склад 3-1. А, вижу. Все, 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 спасибо. Вижу, давай. Начали. Открывай. Охрена. Они свет отключили. Включаю фонари. Понял, спасибо. Со мной. Темно, хоть глаз выколи. Слышите? Вы это видели? Я видел. Найти его. Контакт. Где контакт? Вон он бит. Вот он. Надо было ночное видение, блин, использовать. Почему нельзя здесь ночное видение использовать, чтобы они нас точно не могли найти? Так, фонарями мы палимся. Нафиг с эту шумовую. Хотя... Где?
Капец, я тебя не видел, слушай. Тихо! Давайте включим свет и найдем этот газ. О, было бы неплохо. Облом. Дверь открывается электричеством. Включим свет, найдем газ и уходим. Так, так. Ага, спасибо. Ну вот, вы просто посмотрите на это, ребят. 2019 год, ебать, твою мать. Есть электричество. Капец. Эй! У нас проблема. Это русские солдаты. И что? Спецназ. Вот, кстати... Вот, звук съел мое вот это вот слово насчет русских и не только. Короче, эта игра еще знаменита тем, что многие русские игроки не взлюбили эту игру. Потом расскажу почему и почему я считаю, что на самом деле этот хейт пошел зазря. Хранитель, я 3-1. Потому что я не считаю... Мы убили русских солдат, так, мне... надо срочно уходить. В общем, давайте скажу рано сразу суть. Русские здесь поданы как нацисты. Типа, все время во всех Call of Duty всегда было, что русские это зло. Но это правда. Поймите, пожалуйста, блин, что все, что делают русские в этой игре, это правда. Это происходит на самом деле. Просто у вас, блин, затуманены мозги вот этими вот пропагандистскими сюжетами о том, что русские на самом деле хорошие. Конкретно эти работают не на русских, ответ отрицательный. А на президента команда России не требует Путина. Выполнить задачу. У нас нет выбора. Убедись, что это то, что нужно. И, мы и реальные, и в Call of Duty. Джекпот. Вижу газ. 3-1, принято. Они точно такие же. Точно такие же. Понял, выдвигаемся. А как снять маску? Можно узнать, как снять маску? Ничего, что я все еще в маске. А-а, все в масках, окей. Тогда ладно, я вас понял. Всем внимание, мы на УАЗика, а что будет? Следить за секторами. Давай, поехали. Отлично, Алекс. Встречаемся у точки отхода. Опа. Так, тихо-тихо, назад. Вы убили, нет? Я отомщу за тебя, чувак. Так, кстати, ты кто? Сиди, танцера. Малоруси. Маринс. Амитар. Повстанцы. Назимитарак. Надо срочно уходить. Надо уходить срочно. Уходим быстро, быстро! Немцы что? Тут беги, чё встал-то? Хранитель, я Эхо-3-1. Алекс, что случилось? Террористы. Убито много морпехов. Газ украден, нужна эвакуация. Вас поняла. В вашем направлении сейчас движется немало российских солдат. Держитесь, мы уже идем к вам для быстрой эвакуации. Конец связи. Теперь это операция под особым наблюдением. И что это значит? Субтитры в стиле Infinite Warfare, когда они находятся это в середине экрана. Нужна ударная группа. И сами катсцены, кстати, в этом же стиле. А это не тебе решать. Полковник Ласвелл. Генерал, мои люди. Норрис, оставьте нас. Такое ощущение, словно вся игра была разработана на том же самом движке, что и Infinite Warfare. Серьезно. У нас проблема. Здесь даже анимация лицевая точно такая же. Сказала в мирном урегулировании. Шестой флот лезет в Черное море. Единственное, что не было этих черных волос. Черт знает где. Ты везде наследила, Ласвелл. Разберись. Ясно? Генерал. Сейчас наше лучшее оружие — разведка. Пробовали мы разведку. Нужно что-нибудь получше. Сразу говорю насчет спецоперации. Я не знаю, буду ли я ее проходить или нет. Где ты? Наверное, нет. Я занят. У меня проблема. Русские? Уже знаешь. В руки к террористам попало химическое оружие. Они могут быть где угодно. Париж, Нью-Йорк. Лондон.
Это тот самый как капитан Прайс, ребят. Мы уже. Который озвучен русским голосом Тома Харди. И сам Мудрого Фре это приквел. Приквел к четвертой части Мудрого Фре. Да и вообще приквел ко всей трилогии в целом. Теперь это операция под особым наблюдением. И что это значит? Что у тебя больше нет полномочий, полковник. What the fuck? Это мои морпехи. Нужна ударная группа. Это не понял, почему катсцена повторилась два раза. Сержант Гэрик, прием. Гэрик слушает. Высокий уровень угрозы. Вероятно, несколько террористов. Смертники или что похуже. А снайперы на позиции есть? Нет, сержант. Мы не можем зря тревожить публику. Серьезно? Террористы на среднем тоже уровне графики... Как будто мы ничем не отличаемся, но хотя мы незаметны. Ясно? Да, более чем. Отбой. Мы сами по себе. Справимся. Стэмпль. Ну что, за работу? Принято. Сержант. Местами чем-то напоминает Батл. Белый фургон. 3, кстати. Все по описанию. Это они. Ворон, я Сабля. Машина движется на север. Выходим. Понял. Без необходимости в бой не вступать. Почему именно приквел? Потому что Прайс здесь еще не знает, кто такой Джон Соло. Они здесь! Макдавиши. Они здесь! Привет! Полиция! Он, что ли? Стоять! Руки вверх! Быстро! Лечь на землю! Сейчас же! Они уходят! А, фу ты! Я думал, ты среди них! Это Кольт. На Пикадилли Сёркл взрыв, стрельба! Ранены полицейские! Срочно врачи сюда! Твою ж мать, Кайл! Смотри, что они сказали! Кайл! Рикардо, твою мать! А чё будем писать? Чё, иди вперёд? А как ты хотел, убивай? Где? Я не вижу. О, ПКМ, ПКМ, бери! Где? Не вижу. Я опять не вижу. Где? Ладно вам, я его убил. Это полицейский, ты чё? Ни хрена не вижу. Бегу пожарно. Фак, тихо. Да снайпер вообще далеко. Я так его убью, то если он, блин, так далеко. Я вот так убить не смогу вообще никак. Там идем. Тихо, где? А, у нас нет крана. Твари. Окей, допустим. Ты в меня стрелял, что ли? Ты в меня стрелял, что ли? Мне стало ясно, кто в меня стрелял. Побежали. Молча, пас. Да, Байда стажом выбежал. Убитый смертником. Оу. Ну да. Бойца шаги до предусмотрен. Иди отсюда. Да блин! Так это насколько далеко мне надо быть, чтобы его убить? Серьезно, насколько далеко мне надо быть, чтобы его убить? Да кто в меня стреляет-то, блин? Я далеко стою. Ты что ли? Да. Где этот смертник? Выходим. Смертник!
Причем серьезно, что ли? Господи. Короче, надо от него бежать как можно дальше, блин. У меня вынесет от смерти, серьезно. Да кто меня убивает? Что за говно, пипец? А что, кстати, с тенями? Выходим. У вас нет теней, кстати, люди. Хотя, может быть, как бы это должно быть. Не знаю. Бежим. Другого пути нет! Только так! Вот и все, наконец-то. Ворон, я Сабля 2. У здания танка ранены полицейские. Ранены полицейские! Что наверняка. Мне надо пробраться в здание. Ждите. И да, ребят, как в предыдущих частях, мы здесь играем за нескольких персонажей. Свои, свои! Я понял. Оружие есть? Райс. Да, сэр. Капитан Прайс. Сержант Керрик. За мной. У тебя не тот голос, который был раньше. Я привык к тому голосу. У тебя его нет. Ты говоришь Томом Харди. Право 06. Надо стоим? Проверить углы. Ой, проверить углы. Знакомо, наверху. Знакомо. Кто-нибудь! Флэшбэки сразу пошли после фразы «проверите углы». Прошу, серьезно. Помогите! Не ори, давай! Быстрее! Мы слышим, не ори! Снимите ее с меня! Пожалуйста, снимите! Да, снимем, давай! Помогите! Я не террорист! Я всем понял. Постам, тут человек с бомбой, держитесь пожалуйста, подальше! Я не хочу умирать! Не умрешь, наверное. Не получается! Поможешь? Я хочу своих девочек увидеть! Хочу увидеть девочек! Сейчас рванет! Не могу снять! Некогда! Чувак, извини, помогите! Девочек ты своих не увидишь в ближайшее время. Нет. Прости. Всем постам. Бомбы больше нет. Выходим, готовьте. Небольшой руки. Спойлер, я этот эпизод видел. Сохраняйте в обзоре Angry Joe. Мы вас выведем. Ты цел? В норме. Идем. Получено достижение огневая дисциплина. Я надеюсь, хоть катсцена не будет повторяться снова. Ты сегодня спас людей, сержант? Не очень-то и спас. Лучше бы вообще без этого обошлось, сэр. Так а никак. Нас послали с пустыми руками, чтобы все мы могли делать вид, что войны нет. Да, нет войны, блин, как же. Тогда почему нам связывают руки? Черт возьми, пора начать драться в полную силу. Сэр. Опять что ли? Ну, блин, не зависай, ну. Давай. С такими ограничениями у нас нет шансов, капитан. Все, опять звук поехал. Пускай они говорят, как нам делать нашу работу. Эту ячейку вели неделями. Так у тебя есть ценные разведданные? Да дофига, сэр. Ладно, Гарик. Ты со мной. Ответственность взяла Алькатала. Но приказ отдал Волк из Рузыкстана. Сам Алекс ищет украденные химикаты. Ему нужна будет помощь фронта освобождения, так что пусть свяжется с командиром. Знаешь командира Карим? Мы знакомы. Сошлитесь на меня, а то его убьют. И что передал капитан Прайс? Командир Карим? Меня зовут Алекс. Я слушаю, Алекс. Я очень похож на капитана Это Прайса. Это засекречено. Идите, братья, готовьтесь. Местный язык тоже решили перевести назад. Двое суток назад террористы украли груз русского газа. Так поступает только Алькатала. Люди Баркова не различают Алькаталу и ваших бойцов. А для меня нет разницы между Алькаталой и людьми Баркова. Они все террористы. Мы бы никогда не стали использовать яд. Надо найти его, пока... Пока что? Не увезли в Европу? Или Америку? Мы с этим каждый день живем. Командир,
Уже пора. Кто это? Алекс, это мой брат и заместитель Хадир. Вы из ЦРУ? Он работает с капитаном Прайсом. Так вы убиваете людей. Я очень похож на него. Есть друзья, они могут помочь. А решать уже вашей сестре. Конечно. Моя сестра командир. А люди Баркова все еще здесь. С оккупацией надо кончать. Хоть с этим мы с вами согласны? Угу. Люди генерала Баркова контролируют город. У нас есть план, как это изменить. Ракет у нас нет, но методы есть. Если ты с нами, мы поможем. Но ты должен сражаться. Что ж, за дело. Добро пожаловать в Урзыкстан. За мной. Не знаю, хорошая это была идея вообще, в принципе, местное наречие, но да ладно, пофигу, пусть будет так. Эти тоннели — наша жизнь. По нашим данным, русские командиры сегодня в городе. Устроим им засаду. Окей. Как? Как-нибудь, подожди. Игра записывает даже тогда, когда, казалось бы... Так, сейчас я, наверное, предлагаю, короче, поставить запись, проверить звук. Итак, короче, в некоторых местах звук все равно съедает слова, поэтому еще раз настроил. Девчонка, это их отвлечет. И оттянет охрану с русской базы, что даст нам возможность атаковать. Мы должны отдать все силы. Эта игра прям если создана увлечься, для этой, можно честно, потерять и себя. Как будто бы с самого начала готовься так и должно к атаке на базу. Удачи. Алекс, бери заряды. Давай. Взрывчатка с удаленным подрывом. Хорошо. Спасибо. Присмотри за сестрой. Удачи. И тебе. Сестра. Ладно, дела сегодня, допустим. Сюда. Дядя. Дядя. Американец. Здравствуй, дядь. Он надежный. Нормальный. Вот, Алекс. Надень. Давай. Балаклава. Типа того. Как я выгляжу? Сойдет. Ты тоже ничего. Будем погоди, как. Какие новости? Русские рядом. Если они увидят ваше оружие, начнут стрелять. Так давай скроем. Тогда наш план провалится, еще не начавшись. А что скрыть нельзя? Алекс, оружие нас выдаст. Не показывай его русским. Понял. За мной. Пойдем. И вот вы считаете, что так настоящие русские не делают? Еще как делают. Войска Баркова заняли весь город. Сегодня все будет очень строго. Убивают офицеры. Чьи не настоящие русские, а русские, которые под Путина. Я так делаю. Сам Барков будет? Вряд ли. Он прячется, пока другие делают за него грязную работу. А ничего, что как бы полиция своим работа? Общением перед солдатами наказание. России? Нет? Мужчины работают! Женщины к машинам! В смысле? Здесь мы разделимся. Что сейчас было за мужчинам работать? Работаем! А чё я иду? А! Я откуда знал, что туда нельзя было идти. Я думал, надо было идти именно туда. Что за грязная работа? Наказание. За то, что сопротивляешься. Мужчины работать! Женщины к машинам! Ну ладно, идем. Здесь мы разделимся. Делай, что скажут, чтобы не выделяться. Не подходи! Иди через главную дверь. Я найду тебя на той стороне. Какую главную дверь? Они меня не пускают туда. Работай давай! Что работай? Где работай? Чё тебе надо? В смысле не подходи? А чё делать-то, блин? Я не понимаю. Следуй за мужчинами. Какими? Так дайте мне этот, как его, булыжник-то. А, во. Несмотря на мою щедрость и опеку. Вот всё, вот булыжник, чё вы начинаете-то? Кто отвергает? Ведущий нас всех в безопасности. А вот и главный злодей наш. Роман Барков.
То есть у нас был Никита Драгович, у нас был Владимир Макаров. Я прошел. Иди налево, по переулку. Окей, пошли. Видишь того солдата? Ну. А ну стоп! Нет, нет! Пожалуйста! Убери его. Сейчас, погоди. Я даже знаю как. Помогите! На помощь! Карим? Береги себя, сестра. Че, еще бетонный блок взять? Находчивый. Хорошо. Спасибо. Бетонный блок у меня в руках был, это пошли. Как бы должно было случиться, сама знаешь. Я поставила дальше своих людей. Прикиньте, если нужно бетонный блок до конца уровня донести. И будет достижение какое-нибудь, я очень уверен. Мощный взрыв оттянет войска от русской базы. Черт. Солдаты Баркова нашли моих людей. Они, наверное, уже мертвы. Шуметь нельзя. Нужен глушитель. Найди масляный фильтр. Используй его как глушитель. Поищи в гражданских машинах. Я пригляжу за охраной. Еще бы знать, как выглядит этот масляный фильтр. Тут вот есть вот этот мотоцикл. Но он не подходит. Есть вот такие вот машины, грузовики, но они явно тоже не подходят. Надо идти в гараж, получается, ну-ка. Вот она. Это как, короче, с бутылкой из этого, блин. Из брата и из этой, как его, Макс Пейна. Третьего. Обойди машину. Нет. Справа. Марков просил okay. взять кого-то живым. Побега. Нет. Рабочая сила. Пав прислугу, мужиков, на каторгу. Бери двоих. Как остальных он говорит, сниму я. В хозяйстве все сгодится. Черт! Блин. Какого черта? Неплохо. Чисто. Щет. Так, подожди, дай-ка я выберу что-нибудь. Подожди. Метательный нож. Да. О! Вот это мне устраивает. Пошли. Идем. Стой. К двери не подходи. Окей. Осторожно. Могут быть растяжки. Взял на прицел? Нет. Ага. Займись двумя. Я беру на себя третьего. Проверь теперь в задницу. Чуть не подходит. Блин. Чисто. Сюда. Нас главное здесь не слышит. Взрывчатка у нас. Их жертва будет не напрасна. Но я метать ножи все равно не буду, нафиг надо. Надень глушитель. Так будет лучше. Да подожди, а где глушитель-то? А где вообще мой пистолет? Я его что там оставил? Окей, сейчас вернусь. Блин. То есть мне придется вообще весь уровень с пистолетом ходить. То есть нельзя даже второе оружие взять. Ну ладно. Спрячь оружие. Мы выходим наружу. Ладно. Пойдем. За мной. Я проведу. Окей. Если идете против генерала Баркова, из вас сделают пример для остальных. Кто это? Пожалуйста. Ей просто зайдись. Я сам вижу, что с ним. Ты понимаешь, почему мы это делаем? Они повешены, потому что не подчинились нам. Теперь смотрите на них. Идем дальше. Видите? Подожди. Если вы нас слушаетесь, мы можем жить мирно. Мы уже договаривались об этом, но иногда необходимо напоминание. И вы еще говорите мне, что все, что показывают в Call of Duty, это все неправда. Это наоборот, краски правда. Черт, это же военное преступление. Наказание за украденный газ. Барков хочет преподать урок. Что мы можем сделать? Выполним свое задание. Если они реально и себя так ведут. Конец жестокости Баркова. Я говорю, это все правда. Те, кто говорят, что это неправда, они... Барков посылает вертолеты. Ну, сами, мы их сбиваем. Нет. Сюда прибегают солдаты с базы. Что даст нам возможность атаковать. Да, ставь взрывчатку на вертолеты. Я тебя прикрою. Okay. Если будут охранники, снимай их, но бесшумно. Встретимся тут, когда ты закончишь. Подожди.
О, что это? А, все-таки у меня есть, что ли, этот, блин? Да ладно. Окей, допустим. Чтобы когда добраться до этих вертолетов. Ну-ка, здесь смогу? Нет, не смогу. Так, а это нельзя использовать за юзы почему-то. Ладно, окей. Сейчас найдем. Понеси для показухи. Для показушности понеси. Так, вроде нам надо вот сюда идти. Это местная Сирия. Так называемые борцы за свободу и их сторонники угрожают покою и безопасности законопослушных граждан. Вот один вертолет вижу. Кабрось. Они будут наказаны. Так. Все, кто позабыл, будто моих солдат болезнь победить террором и тайными планами. Подожди. Не рычи. Подожди. О, красота. Стой. Там охранник. Наверху лестницы, слева. Насадь. Наблюдай за толпой. В случае опасности открывай огонь. Где? Я прикрываю. У тебя кошачья реакция. Вообще-то я собачница. А я кошатник как раз таки. Мразь такая. Заряд заложен. Вот теперь они отвлекутся. Так и надо. Теперь к следующему вертолету. Окей, идем. Ты мне помочи здесь, тварь. Никогда не отдам эту землю на растерзание. Тварь такая. Ворам и террористам. Так, они отсюда меня хоть не заметят? Мы не заметят. Опа. Вход охрана. Фак. Минус два. Где? Сука. Ай, блин. Заряд заложен. Вот теперь они хотя бы попытались, и то спасибо. Так и надо. Теперь к следующему вертолету. Ты мне порычи здесь, тварь. Все, идем. Так, вот там как раз есть блок, берем его. Все, берем его и идем. У входа охрана. Если нападешь, поразить заметно. Окей, окей. Не подходи. Наши враги никогда не. Сюда-то можно. Ну-ка, дабл хедшот. Неплохо. Минус два. Неплохо. Ты, кстати, разговариваешь еще как Прайс. Тоже когда говорит неплохо, когда стреляешь из глушителей. Но, блин, что-то мне подсказывает, что вот этот масляный радиатор, или как он там называется, такой себе глушитель. Ты знаешь, что делать. Естественно. Молчи. Сука! Алмаз. Чист. Полезная штука, эти масляные фильтры. Да, но они, по-моему, работают немного не так, я более чем уверен. Мы им покажем, что будет с теми, кто не подчинится мне. Заряды заложены. Могут быть даже среди ваших. Иди ко мне. Понял, иду. Предатели и заговорщики в наших рядах. Причиняют неизмеримый вред нашему народу. Так, теперь вниз. И бежим к ней. Так. Возвращайся сюда, Алекс. Иду. Каждый, кто чисто. Помогает пора. Поем. Будет приговорен к смерти. Подрывай. За время. Давай. Внимание. Один пошел. А все, сразу два. Охренеть, Алекс, здорово. Окей. Теперь сюда. А, сразу два.
Налево. Да, налево. Стреляй. Смотри, сработало. Туда бегут солдаты с базы. Отлично. Что маловато солдат с базы с одной, ну окей, допустим. Давай, машины не защищены. Теперь мы их подорвем. Окей. Все там что ли? Там еще враги, не отставай. О, это как в этом, как в первой части. Когда тоже прятались под машины в Припяти. Прощальный подарок по случаю их возвращения. Сюрприз, я бы даже сказал. Жаль пропускать шоу, но нам пора начинать атаку, пока не поздно. Да ладно, ничего страшного, поехали. А чё, офигенный подарок? Следующая улица выведет нас обратно в тоннели под дом Тарика. Окей. Вот чёрт! Воу! Блин, надо было бежать, да? Туда. Блин, надо было бежать в другую сторону. Идём. Вот чёрт! Нас окружают! Сейчас будет взрыв! О, найс! Алекс, направо! Ладно, бегом. А вот это как во второй части? Окно! Fight against Terror. Terror. Фара, это что еще такое? Военный, ложись. А? Не шевелись. Опять повторение, как в первой части. Не двигай головой. Блин, сейчас на меня наступит. Стой. Ползу. Брат, это трава, она... А, ну хотя же мы с... как трупы, типа. В этот раз до них дойдем. Должно быть, горит. Все, можно. Сними двух левых. Окей. Молодец. Да, трава, конечно, здесь так, такая себе, но тем не менее. Там могут быть еще враги. Давай. Смотри, подкрепление с авиабазы. Наш план сработал. Я вижу. На Ми-8 главное, а чё бы нет? Стой! Чёрт, у Тарика открыта дверь. Где Тарик? Мёртв. Зашибись. Он никогда бы не покинул свой пост. Пошли. А, типа на них работал, что ли? Ладно, я понял. Значит, на них работал. Чисто. Давай спускаться. Пойдем погоди к Хадиру. Погоди. Давай. Вы потеряли хороших людей. Такова цена войны. Мы должны захватить авиабазу, чтобы смерть не была напрасной. Нас ждет трудный бой. Их тоже. У Хадира есть план. Отлично. Заметил я тут, короче, значок, который регулирует сцену. Я устроил лавочку у базы Баркова. И заставляет за этими звук ехать. Друзей держи близко. Врагов еще ближе. И все? Я говорил, окей. У нас свои способы. Гранат нет, мы импровизируем. Неплохо. Ну, молотов тоже неплохо, да, кстати. А ты думал, мы камнями и палками воюем? Калаш, о май. Это пиратские пушки. Быстрее, брат, так точно! Барков понимает только насилие. Я покажу ему насилие. У Баркова есть авиация. Как и силовики при Путине. Они тоже понимают насилие только. Против них надо сражаться только таким образом. Не, пока я не буду брать. Калаш. Радиоуправляемый, со взрывчаткой. Я понял. Отлично, запускай вторую, как прорвемся. Мы готовы? Поехали. Да, командир. Полетели. Давай.
Алекс, тарань вертолет самолет. Все. Готов. Уже. Типа? Лети ниже. Авиабаза прямо по курсу. Я решу вслед за вашими дронами. Вижу вертолет опять. Вижу площадку. Влезайте в вертолет. Окей. Готов. Эльте вертолет. Отлично. Отлично полетали. Спускаемся к ним. Пошли. Периметр авиабазы прямо. Вторая команда прикроет нас из пушки. Окей. Храните. Я Эхо-3-1. Местные войска идут на авиабазу Баркова. Прошу поддержку с воздуха. Поняла вас, 3-1. Отправляю к вам на поличный борт. Ждите. Понял. Готовьтесь. Мы атакуем их оружейные, забираем оружие и захватываем аэродром. Братья и сестры, мы сражаемся за Урзыкстан, за нашу страну. За Урзыкстан. За Урзыкстан! Пушка, огонь! За Казахстан. А че нет? Бомбить, поехали! Я вот ни хрена не вижу, ладно, пошли. Во время прицеливания куда было лететь, честно. Вертолетов просто нет. Нормально можно расстреливать двери, а чего бы нет. Самолеты в воздухе, Алик. Хорошо. Сейчас. Сейчас, давай. Вижу. Ой. Молодец. Пипец! Тихо! Им! Бенджамин Франклин. Бен Франклин, имя любимое мое. Давай. Готов. Алекс, самолеты готовы к выходу. Сейчас, погоди, блин. Я видел снайпера. Алекс, самолеты готовы. Видел снайпера. Если это снайпер, я его. Я тебе сейчас сам собью. Яблочко, Алекс. Молодец. Они идут между зданиями. Они ведут подкрепление. Вижу оружейную. Красное здание. Понял. О, ну-ка.
Растрачиваем вам эти дроны зазря в этот момент. Фак. Тихо. Алекс, самолеты готовы вступить. Понял. Все в духе предыдущих частей. Серьезно. Чувствуется дух предыдущих частей, когда у вас спидлоны. Знакомых элементов, прямо в траве. Все было в предыдущих частях. Чувствуется вайб предыдущих частей, честно. Графика. Туда же можно пихнуть. Алекс, оружейная в красном здании. Понял. И они там все засели, да, я так понял? Выбить. Не готово. Нужны еще самолеты. Первая оружейная зачищена. Отлично. Блин, я мог использовать, блин, снайперскую винтовку. У меня же была снайперская винтовка. Я про нее совершенно забыл, блин, зашибись. У меня была снайпа. Какого хрена я ее не использовал? Помочь? Дьявол! Нам надо прорваться. Другого пути на площадку нет. Я знаю, что делать. Буду таранить. Отходи, Алекс. Хранитель, я 3-1. Ну давай. На площадку. Где авиаподдержка? 3-1, поддержка в воздухе. Зашибись ты, протаранил. Нормально. А вперед не поедешь? Ну ладно. Дом. Так, тихо, я видел. Алекс, уничтожь это все. Понял. Вертолет! Вертолет спит! Прямо в прицеле, перезарядка какая-то. По мне на заведение хорошее. Перезарядка, ты еще не цель. Че, еще самолет? Вроде не вижу. Не надо. Пока мне не надо. Мои самолеты подбиты. Нам нужна поддержка с воздуха. Нам летит вертушка. До прибытия мы сами по себе. Прямо последняя. Вам даже платят. Возьмем его и база наша. Принято. К укрытию! Туда же не нужно задерживать дыхание, чтобы можно было нормально сражаться. Прикрой! Реально задерживать дыхание не нужно. Я чувствую себя каким-то другим. Что это? Ну, конечно, трудно быть. Мини. Где граната? Я тоже вижу. Понятно. Отлично.
пистолетом, главное, а чё бы нет. Все внутрь, зачистить ангар! Пипец. Я всех разнес от снайперской винтовки, нормально. Ну ладно, переключаемся обратно на нашу любимую. Внутри еще есть эти сволочи! Я их слышу! Алекс, не слышу. Открывай дверь! Прикройте его! Надо дождаться подкрепления! Можно заперто! Дождаться. На крыше есть люк! Просто Алекс, помоги подняться! Окей, давай. Ну, поднимайся, чел. Че, мне тоже? Руку дашь? Алекс, прыгай сюда! А? Хорош. Сюда, Алекс! Пипец, ты вибрируешь от тени. Раз, два, три! Последнее оружейное захвачено. Идите ко мне за припасами. Скорее, подкрепление уже на подходе. Сейчас. Все, иду. Бой еще не окончен. Вперед! Бою. Дема старая добрая. Нас скоро прижмут. Найс. Ой, блин! Я своего убил. Даблкил сейчас. Вернусь. Эхо 3-1, гадюка 1-1 на подходе. К бою готов. Сообщите свою позицию. Окей, я понял. Гадюка, я 3-1. Черт, как же я рад вас слышать. Я тебя могу тоже управлять, да ладно. В ангаре наши. Их обстреливают с площадки. А вот это... Разрешаю вам атаку. О, это как бы СИ-130 миссии с 4 части. Щет. Блин. Мышку надо переключать. Сейчас, секунду. Так. Вставляйся, а. Ну, ёперный театр. Чёрт. Не вставляется, говна кусок. Давай. Вот так. Так. Переключаемся. Поехали. Ракеты пошли. Просто с этой мышки, с беспроводной, попал. Более отзывчивой ракеты. Готовлю. Калфей, готов к работе. А. Иду бронетехника. Нужно подпить. А, блин, я забыл, что умею летать. Господи, я мог просто расстрелять их, серьезно. Теперь перестреляй прикол. Нацелится парень с РПГ. Убейте его. Готовы, видите? Они отступают. Можем добить, а можем напасть. Ракета на готове. Да, попался. РПГ, РПГ. Где? Все цели уничтожены. Врагов на площадке не наблюдаем. Прием. Понял вас, гадюка 1-1. Атака закончена. Спасибо за помощь. Не теряйте. Ни за что, 3-1. Я не сомневаюсь. Конец связи. И правда умеешь убивать. Только плохих. Сегодня Рузыкстан одержал великую победу. Спасибо, брат. Мы сработались. Да. Мы выиграли время. Но Барков еще вернется. И мы тоже. Алекс и силы командира Карим уничтожили передовую базу генерала Баркова, временно ограничив возможности вражеских ВВС в Урзыкстане. Надо действовать быстро. Сержант Гэрик, благодаря вашей информации, мы отследили ответственную за атаку на Пикадилли ячейку Аль-Каталы в северном Лондоне. Три отряда САС проникнут туда, отработать информацию. Если САС Волк захватил украденный русский газ в Урзыкстане, его надо найти. Внимание, там могут быть некомбатанты. Действуйте осторожно.
Еще бы знать, кто это такие, эти некомпаданты. Так, цели на месте. Начинаем. Режь. Режь хлеб, а остальное не важно. Ну, в общем, давайте пока на этом рейде мы с вами сегодня и закончим. Как обычно всегда говорю, отличное начало довольно неплохой игры. Хотя многие на самом деле об этой игре отзываются плохо, но пока что я не разочарован. Ну, не считая графики и все такого, на этом все.